Боже мой, ты еще и дерешься, блядь. Ты еще дерешься, когда тебе говорят, что ты должен встать и идти работать. Ну-ка, не спать на задании. Почему ты сопротивляешься, Яков? Почему ты сопротивляешься моей любви и нежности? Почему? Почему? Где же? Где твоя благодарность? Яков, ну ты обиделся, что ли? Совсем обиделся. Все, ты больше не будешь меня любить. И не дашь мне тебя гладить даже. И нельзя тебя вот так вот за шерсточку таскать. И носик твой трогать вот так. Тю-т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 ю. Нельзя, да? И хвостик, и попочку. И все твои вот эти усики. Ой, какие усики, пипусечки. Яш, ты обиделся, да? Ты обиделся. Ну ты же проспал. Ну за что тебя... благодарить вообще? За что тебе выплачивать зарплату? Ты же проспал задание. У меня выкипел весь бульон, Яков. Ну, Яков, ты понимаешь, что мне придется тебя уволить? Из внутренних органов. Из органов внутренних. Ты понимаешь, Яков? Посмотри на меня, Яков. Поговори со мной. Попроси у меня прощения, я прощу тебя. Ох, какой сладенький. Ох, какая шерсточка. Ох, ты ж какая мурзяшенька. О, моя нежнуля. Я могу тебя взять кем-нибудь другим, хочешь? На полставки, Яков. Яков, хочешь? А, Як? Ну, скажи мне, хочешь? Ты не хочешь работать, хочешь быть тунеядцем? Хочешь быть детективом и раскрывать преступления, как мама? Ну, Яков, для этого нужно быть очень коварным, хитрым и жадным. В тебе есть эти вот навыки? Ты же их все растерял, потому что ты стал домашний. Ты все получаешь? Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Пип-пип-пип. Яков, скажи правду. Скажи мне правду, Яков. А, Яков? Куда ты?